Я этим буду есть. Да не, давай Я вилками, а ты ножом. Давай поменяй. Не дам. Забрал. Вот так вот с горла вы. О, блин, опять. Но у него вкуснее. Очень вкусно. Ну давай. А ты что ешь? Я? Я виско кофе дрин. У нас бизнес-ланч в одном из днепропетровских ресторанчиков. Мы решили с Андреем Федоровичем перекусить, потому что мы очень сильно трудились. И нам необходимо высококалорийное питание. С чудодейственным напитком, который называется коньяк. А как он называется именно? Не помнишь коньяк? Куда? Армянский коньяк. Наверное, может быть, он это и левандос какой-то, но нам нравится. Ребята, кто хочет, присоединяйтесь к нам на ланч. Мы вас приглашаем. Вот возьмите деньги. Это все не бесплатно. Андрей Федорович сегодня платит. Может быть. Может быть. Это турецкий ресторанчик. Здесь меню приносят в электронном виде. На планшете. На планшете, да. Выбираешь, и тебе закладочку делаешь. И пока ты закладываешь, шеф-повара высвечивается это на табло, и он сразу все это делает. Вот мы заказали себе планшет, и нам принесли именно вот такую фишку турецкую. Это омлет, это какие-то сыры, два вида сыра, это соус. И финики какие-то. Нет, оливки мне. Да, это оливки. Маринован. А ну. Два. А может еще по 50? По 50? Да что брать по 50? Давай возьмем. По 100? Пару бутылок коньяку. Нам же еще работать сегодня. Ну тогда одну бутылку коньяку. Одну? Да. Ну да. А что нам будет с одной бутылкой? Ну давай, слезы. Я уже выпил. Выпил, да. Очень хорошо. Спасибо. А какой это коньячок был? Так, сейчас узнаю, кто воспринимал заказ. Да. Вкусно. Староармянский. Девушка, скажите, вы нам планшет приносили? Планшет, да? Да. Мы там выбирали какой-то мини, да? Да. И куда оно идет? Никуда. Просто там тут сохраняется? Нет, вы мне сказали, что и все. А, мы там выбрали? Нет, оно никуда не будет, это просто мини в планшетах. А мы думали, как за границей. Нет, все нормально, все хорошо. Мы просто были туда, в Германии, там официант сразу планчат, и у шеф-повара на экране высвечивается, он быстро раз. И уже выходит официант через 3 минуты с готовым блюдом, и в шоке будет. Через себя. Вот, да. Возьмите на зажим. Хорошо, спасибо. Ну что, спасибо за внимание. Мы будем кушать, потому что нам не совсем удобно, да, жевать. Жевать при вас. Мы вас очень уважаем. Поэтому до скорой встречи. В следующем эфире. Перечисляйте нам деньги, чтобы мы могли еще лучше покушать.
Ну, чего сидим? Давай на троих!